Всем привет! Начинаем путешествие маленькое очередное по городу Коломна. Это город Московской области в России. До него ехать из Москвы где-то порядка 4 часов, ну так, особо не торопясь. Дороги хорошие. Вот, мы приехали туда с компанией «Ларусия», с друзьями со своими. Мы давно уже пользуемся услугами этой компании туристической. Приехали, нам сняли небольшой отель в черте города. Вот. Ну и мы решили попутешествовать. У нас было запланировано 2 экскурсии. Ну, скажем так, не 2, а несколько экскурсий. Вот мы сами ходили, фотографировали. Я просто вам хотел бы показать город. Это просто несколько такая хаотичная подборка видео и фотографий города Коломны. Очень много здесь различных церквей. Очень красивый, чистый городок. Надо отдать должное правительству Коломны, которое просто навело порядок в центре города, сделало просто пряник из города. Действительно, чистота, порядок, все дома покрашены красиво. То есть вот как раз такое место, где туристы могут просто пройтись свободно, хорошо пофотографировать. Есть что вот, отдохнуть. Много кафушек разных, ценник недорогой, но в отличие от Питера и Москвы где-то там раза в полтора меньше. Вот. Всем рекомендую по возможности посетить город Коломна, посмотреть, сходить в музей Калача, Пустилы. Вот очень интересно. Вот смотрите, я не стал в этом сюжете своем приводить какие-то исторические справки, потому что, ну, кто хочет, тот просто зайдет, можно на Википедии посмотреть, что такое за город Коломна. Да, очень много информации. Просто походить, посмотреть.